11-9 класс, май, пробники и экзамены, переживания и последний звонок. Неужели все закончилось или только началось? В Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии номер 1 в спортивном зале проходит последний звонок для 11-классников. За этот год выпускаются 15 тысяч школьников со всего Башкортостана. Это очень важное событие в жизни каждого выпускника. Кажется, только недавно нынешние школьники робко и неуверенно шли в первый класс. А сейчас все школьные годы позади. Звонки на перемену, долгожданные пятерки и школьные обеды. Расскажи об этом празднике. На сегодняшнем выпускном выходили дети, первоклассники, которые напоминали 11-классникам о том, какими маленькими они были. Провожали их в последний путь во взрослую жизнь и пожелали им всего самого лучшего. В следующем году я также буду выпускницей, и я уверена, что я тоже буду грустить, плакать, потому что это очень милое событие. Скоро выпускникам предстоит сдавать экзамены, которые отчасти решат их судьбу. А некоторые уже сдали, например, по литературе, географии, химии. Школьники стоят и слушают со слезами на глазах и улыбкой на лице последние теплые слова их учителей, а также хорошо подготовленные смешные стишки первоклассников, которые напоминают прекрасные годы. Расскажи про мероприятие. Мероприятие у выпускников. Мы рассказываем там стихи. Они должны вспомнить, какими они были в первом классе, что у них было, и посмотреть на нас. Как вы готовились? Нам вначале раздали стихи, потом мы каждый день ходили то в класс, то в спортзал, репетировали, учились, как надо ходить, с каким выражением говорить. Как ты думаешь, такой праздник нужен? Да, для выпускников такой праздник нужен. Он помогает им вспомнить, какие они были в детстве, что они тоже были такие же маленькие. И им еще этот праздник нужен, чтобы они с нами повидались, потому что больше уже школа закончилась, они уже сюда не придут. В первый класс вы пришли и читать, и писать не умели. Мы цветы принесли, помнишь, школьную форму надели. Последний звонок является символом уходящего детства. Не только вся школа выступает для выпускников, но и выпускники выступают для всей школы. Скоро выпускники узнают, какие знания, подаренные школой, окажутся полезными. Пожелаем школьникам удачи, светлого будущего и много денег. Давлятова Григорова Валерия, Татьяна Никитина, специально для Горы новостей.